На конкурс дети читают стихи. Лабиринт Ру. Республика Дагестан, Казбековский район, селение Леноу. Леноуская средняя школа номер 2. Атаева Софья, 10 класс, 15 лет. Похорона. Инна Шах. Он был тогда еще мальчонкой, когда война в их дом пришла. И тот конверт, что с похоронкой, он спрятал на краю села, чтоб только мама не узнала, чтоб, как всегда, отца ждала, чтоб знал, жив отец, воюет, что вовсе он не умирал, чтобы надежда согревалась, и с верой в жизнь она жила. Но то, что сердцем мочу, он не понимал. В его постели сядет молча, погладит лишь по голове. Как на отца ты стал похож, он жив отец, и слезы прячет, все говорит, и стынет кровь. Носи в себе, мой милый мальчик, надежду, веру. На поле мина взорвалась, там только пыль столбом стоял, и с кровью смешанная грязь. Встал, когда он похоронен, и долго плакал, не стыдясь. Прости мне, мать, прости, мальчу, кричала, плача и молясь.